Лопа ждала Одиссея, женихов отражая атаку. Одиссей был, наверное, рассеян по пути на родную Итаку. Но он глаз проколол у циклопа и 7 лет отдыхал у Калипсо. Одиссея ждала Пенелопа, слава Зевсу, в ней не ошибся. От любви и разлуки Шизея, как жене и положено было, Пенелопа ждала Одиссея, пока где-то бродягу носила. Воспитала ему Телемаха и семью сохранила к тому же. Без царя не осталось и так, а жена не осталась без мужа.